Всем привет! Сегодня мы откроем два бумажных сюрприз-пакетика с куклами Лол. В одном из них в каком-то кукле Лол, а в другом Лол Пэтс. Так, давайте по считалочке. Вот этот вот. Давайте откроем. Итак, у нас тут раз, два, три, четыре, пять пакетиков. О, и что-то еще. И подсказочка. Fairy tale. Сказка. Давайте откроем первым вот этот вот. Вот этот пакетик. Да, и это нам попалось Лол Пэтс. Значит, там кукла Лол в другом пакете. В самом большом сама лопать, сама куколка. Так, что-то мне здесь не открыть. Блин, как-то мне страшно все. Так. А, конечно же, я порвала. Подъезжу вот так вот немножко. Так, это вот такой вот совочек. Красненький совочек в виде кошки. Давайте вот откроем вот этот вот пакетик. Так. И здесь у нас вот такая вот бутылочка, розовая бутылочка с красной крышечкой. Дальше. Опа. О, я чуть не порвала. Так, и здесь у нас его питомца туалетик. Так, больше у нас в пакетике ничего нету. Так, дальше вот это вот, вот этот пакетик. Вот я посмотрела на свету, здесь уже ничего нету. Так, и здесь у нас стикеры. Меняет цвет, плюется, писает или плачет. Итак, и сам питомец. Финал. Посмотрите, нежная кошечка с ушками, зайчиками, белая кошечка с красными ботиночками. Это же вроде бы Хопс. Хопс, не помню как дальше. Откроем этот пакет, в котором уже куколка. Итак. А здесь у нас уже... О, секретное послание. Здесь у нас уже раз, два, три. Всего лишь три пакетика. Так,
Давайте секретные послания. Галстучек и школа. Серьезная и школьная. Интересно, кто это? Дальше. Это вот. Наши лолпэдс. Это третья серия. Да? Да, третья серия. А кукла лол первая серия. Так, стикеры. Меняет цвет. Плюется, писает или плачет. Дальше супер пакетик. С кружечкой, наверное. Супер пакетик с кружечкой. Вот такая вот синяя кружечка с красной картоночкой и синей крышкой. Итак, и сама куколка. Непосредственно мы ее смотрим. Так. Ой, посмотрите, это же вот эта вот куколка. Не помню, как ее зовут, но я ее знаю. Но... Смотрите. То есть здесь у нас всего лишь... В каком смысле три? Четыре, ну, два сюрприза. А здесь у нас раз, два, три, четыре. Итак, подведем итоги. Что вам понравилось?